катакомбах, что ли, каких? Не, я понял, понял. Братан, как появляется время, я сразу отзваниваюсь. А, ты с Севером виделся, все? Ты виделся, да, с ним? Вот смотри, вот сейчас я, ой, не сейчас, вернее, а вот получилось мне сегодня с Николаем Алексеевичем, он даже, он с тобой не связывался, я его очень попросил с тобой связаться. Ну, значит, может быть, надеюсь, проявится. Он сказал, что у него, на кого он рассчитывал, уехали отдыхать, а у другого что-то там с ним не получается, то ли связь остановить, то ли какая-то движуха. Вот у него было два совершеннолетних, а он рассчитывал. От федерации будет наш Энгель Покровчанин. Совершеннолетний будет один или два человека. Но сейчас пока я тоже не могу сказать. Я же тебе отправлял фамилии, Серый, я же тебе отправлял фамилии, три штуки, три фамилии. Так я же, смотри, я же тебе Серый, братан. Серый, в самом начале, когда все это начали, пошло, да, движение, договорились, еще десятые числа. Я тебе, ты мне говори тогда, какие фамилии, я тебе в самом начале сказал, ты три фамилии. Возможно так. Вообще у нас был разговор, что я и смогу и один вытянуть, если вдруг. Ну, ты видишь, что не получилось найти? И лето не получилось найти. Я же тебя предупреждал. Ну, отправить повторный список и все сказать. Блин, братух, да я ж тебе, смотри, какая штука, если бы все так. Серый, я все понимаю, но видишь, как сейчас мы обладаем вот таким списком. Я не знаю, кто там сможет, кто не сможет, я не могу за других ручаться. Я тебе сказал, вот три фамилии, кто стоп. Ну, хотят с флажками, с транспарантами, ну пусть хотят. Ну, если получится, дай бог, если еще когда есть что показать. У нас-то задача, смотри, какая была. Ты мне сказал, с такого-то числа там сделаем. Записывай, конечно. Это, знаешь, это еще, как говорится, это надо было сделать еще тебе тогда. Организовывать мероприятие. Да хорош, как когда мы тебе отказали? Серый, а когда мы тебе отказали? Ты чё? А, не отказала, мне послышалось клуб. Ну тебе для будущих проектов я... Серег. Вот 100% для будущих проектов это надо. Ну все правильно, но ты же рассчитываешь будущее. Серег. Серый, ты же на будущее просчитываешь ходы, правильно? Мне они не нужны.
Вот смотри, вот про это я тебе... Серый, про это я тебе... Серый, про это я тебе и говорил в самом начале, в самой первой встрече. Серый, погоди. Стоп. Браток, тише. Сейчас пока... Серый, вот сейчас пока осади, да? Темп. И теперь послушай, вспомни. Прежде чем мне объяснять Юдашкину, когда от кого-то другие объяснения, это не то, что лично ты, потому что я тебе в первую нашу встречу сказал, свяжись с Николаем Алексеевичем. Ты говоришь, я его знаю. Но тем более, тогда надо связаться было напрямую. Ты как руководитель своей организации. Да, сейчас это не имеет смысла. Потому что уже поздно. Зачем мы сейчас в ночь? Но когда я тебя просил, когда мы с тобой вначале разговаривали, я тебе говорю, Серый, ну это лучше, контакты непосредственно тебе, как руководителю своей организации, контачицы. Потому что я... Понимаешь, для чего я нахуй пишу эти, блядь, письма? Я, блядь, прошу его управления, блядь, и... Ты непосредственно с руководителем клуба разговариваешь, конечно. Здесь другое, здесь для твоих будущих проектов, братан, ты меня не слышишь вообще. А вот когда они будут, потом, чтобы не было поздно. Почему? Ну почему? Вот я тебе про это и сказал, что фамилия отправлять людей, кто неизвестно, да, это ну, не всегда желательно. Нет, так смысл утрачивается, я же тебе еще раз объясняю. Нет, это не для пиара. Сама федерация силовой. Ну и хорошо же. Браток, ты меня вообще не слышишь, да? Смотри, знаешь что, давай, вот это все темы оставь для себя, галочку, пометочку сделай волшебную в дневнике, чтобы мы потом все это обсудили. Потому сейчас вот этот разговор, да, как бы ты меня тримаришь, братан. Вот реально, мы одно и то же обговаривали, 10 раз мы тоже с тобой разговаривали. Трех человек, конечно, все тебе отправили, все есть. Давай мы увидимся, когда мы в ближайшее время перед поездкой, я тебе еще раз просто, мы еще раз проговорим моменты, которые тебе, возможно, предстоит, ну, в жизни еще, вот если вот ты занимаешься, чем занимаешься, это в жизни предстоит еще всякие моменты, нюансы, тонкости. Если тонкости, нюансы не понимать, ну, блин, многое просто не пойдет, либо будет со скрежением. Ну и классно, замечательно. Ни приглашения, ничего, ну. Блядь, сколько фотоматериалы я институты отчетных, что их не студенты были, блядь, блядь, укладывают, блядь, в свои, блядь, эти, блядь, нахуй, все движется, блядь. Ну и классно. Блядь, сука, блядь, спортсменов попросили, блядь, нахуй. Ну, ты же сам помнишь.
люди, вот эти вот шефы, боссы, они ездят, интервью дают, они ездят, разные там делегаты, мелегаты, да, ты же сам все это видишь. Такие, как я, погоди, братан, вот такие, как я, непосредственно, что называется, в поле находятся, в поле, вот все действие происходит. Вот и надо заниматься, но привыкай к тому, что ты, если ориентируешься на проекты, А что мы тогда, почему мы тогда не начали еще раньше, не поехали, когда мы собирались 10-го, 17-го, там какие-то мероприятия другие? Я же тебе сказал, все возможно, все сделаем, весь у нас трое, все сделаем. Не получалось. Все делай спокойно, только Серый, пожалуйста, не тремори сам и никого не волнуй. Это все может потом выйти боком, но не надо. Это я тебе по-человечески, по-братски, да, просто вот прошу. Ну, не создавай вот эту вот ненужную движню, потому что тебе надо понимать, как это происходит. Если ты в этом будешь разбираться, ты потом в будущем, хоть ты и говоришь, что ты на будущее не заглядываешь, но все равно тебе придется с этим столкнуться. А кто-то, может быть, специально захочет сделать так, чтобы ты разволновался там и что-нибудь совершил, какие-то ошибки ненужные. Там, где бабки, ну, ты должен понимать, ты же знаешь, там, где бабки, там всегда будет конкуренция, всегда будет волокита, всегда будет бюрократия. Я тебе скажу сразу одно, мы не мутим, братан, мы ничего не мутим. У нас все четко делается. Поэтому, если у тебя получается что-то, ты решил, например, что-то защитить, освоить, определить, создать, построить. Так там. Я тебе про это вот и говорю, мне федерация не нужна, понимаешь? А зря. Я приехал конкретно, договорился с клубом. Вот у меня такой проект, вот я хочу сделать вот это, вот так съездить, будет арендовать, на это, блядь, допустим, выделенные деньги, блядь, и в чем мы делаем? Замечательно. Просто. Серый. Связи, ты же знаешь, связи всегда нужны. Ну почему? Ты сейчас, мне кажется, это там как в эмоциях у тебя, да? Мне кажется, ты просто в эмоциях поэтому. Вздохни, выдохни, братан. Кого? Письмо не выложил? Нет, ну там меня пригласили, я приехал, там, блядь, форум проходил, кого-то, знаешь, это, ну, необходимо им, чтобы они услышали. Такое бывает. Ну, вот это, кто тебя попросил, что их не выложили, может быть, им необходимо это было? А они тебя выложили где-нибудь? Возможно, я не уверен, что 100%, но возможно, так и будет, да, что-то не прописал. Это просто так. Типа того могут ответить. Просто так. Да он сказал, я просто, это же меня позвали. Здесь... Это такая, братан, такая движуха всегда происходит. Ну да, да. Я бы тоже там посидел, пофоткался бы, рассказал бы что-нибудь. Ну вот такая. Нас вообще никуда не зовут, только где надо что сделать. Ну, грубо скажем, да, надо выполнить какое-то действие, знать, что мы это сделаем 100%. А на какие-то праздники нас особо не зовут, или там на интервью, вот, ну, вот так вот происходит.
Серег, я могу сказать даже больше. За вот за все это время, с кем мы общаемся, ну, за 10 лет с разными организациями, многие специально нас не зовут, специально не упоминают. Я не буду сейчас говорить, кто, да, чтобы не разрушать мнение об этих людях у тебя, но потом ты все со временем поймешь. Специально не упоминают, либо если где-то приходится упомянуть, специально коверкают название. За 10 лет, Серый, за 10 лет. А в глаза улыбаются люди, в глаза улыбаются, как бы типа нормалек, все там. Сергей Геннадьевич поможет, да, конечно же, поможем. Ну вот так, братан, вот меня дед научил. Если обратились за помощью, надо помогать. Но потом я с любого, с кем я помогал, даже пусть я помогал чуть-чуть небольшим, я с любого имею право спросить, братан, вот так я воспитан. С любого или с любой организации. Просто я. Я вообще, знаешь, я вообще за это не гоню. Мне очень радостно. Юридическая клиника прям? Они лечат? Или как это? Или это просто название такое? Я понял, как будто как лечит, там, знаешь, стоматологическая клиника. Кому-то это важно. Это знаешь, кому важно? Это важно, кто участвует в разных проектных штуках. Вот им это важно, везде упоминания и прочее, и прочее. Нет, это понятно, что это важно. Мне самому говорят, что Не, молодец, молодец, но мы не просто познакомились, чтобы сфоткаться. У нас была тема разговора, да? У нас вот это все идеи есть, которые и одним, и другим интересны. Здесь не просто именно встреча, формальность для встречи, для публики. Нет, у нас идеи на будущее. Я эти многие идеи воплощаю сам без всяких проектов, без ничего. Карзу? Нет, я. Когда это сегодня? Пацаны на президентский грант такую хуйню развернули. Сегодня это? Ну нет, там уже движется проект у них. А сбрось, пожалуйста, если не трудно, ссылку. Что это такое? Посмотрю. Ну, скинь эти там. Да. Карзо. Давай продумывать, братух, у тебя организация официальная, давай продумывать, давай делать. Наши ресурсы, наши возможности, интеллектуальные возможности, творческие. Ну, оно, братух, оно не мои, это нашего народа, это наших предков. Они нам просто передали, чтобы мы с тобой это сохранили, все. Оно же это не мое, это все наших девушек. Многие джиу-джитсу или разные другие штуки, они как раз были взяты у хороших и порядочных русов, да, кто их защищали, кто помогали, спасали. Просто потом, когда проходит десятилетие или столетие, потом, знаешь, простого русского парня или девчонку легко же попытаться оскорбить там, наговорить всякое. А когда дело до дела доходит, все всплывает, все поднимается наверх, все сразу видят. Кто, что, как, куда. Поэтому наша задача трезво, осознанно, четко вспомнить, что нам завещали, заповедовали. И это все в этой жизни сейчас это делать, воплощать. Как вот это вот ребятам расскажешь о
Да так-то это мы... Это надо нам обварить еще раз вместе, чтобы это было красивое, четкое изложение, да, информации. Все, Серый, ты, пожалуйста... Давай, наверное, да, как тебе удобнее, в WhatsApp? Ну, все, 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 прям это, скажи Серому, он сегодня, кажется, в ночную смену, если я ничего не путаю, у него ночная смена. А он либо тебе сегодня отправит, потому что я сфотографировал, но я не сканер, я сфотографировал этот. Да, да, на телефоне. Все, я отправил свою, сейчас... Все, лады. Все, давай на связи. Все, Серый, да, доброй ночи. Пожалуйста, пожалуйста, не волнуйся, ладно? Да все нормально. Все, все, да, всего доброго. Да. Максим, да, приветствую. Вот, в общем, это, освободился, отзваниваюсь по звонкам, по пропущенным. Да, да, я это, у нас, смотрите, вы поздно позвонили, ну, не так нормально, пока время есть. 5 августа у нас будет мероприятие в 17.00, вам что, надо приглашение прислать? Или надо, смотри, 100% надо официальное приглашение. От какой это организации мероприятие? От Саратовской. Ну, в общем, надо официальное приглашение. Саратов спортивный, это зарегистрированная организация? Ну, такое молодежное движение. А, ну, это ты проводишь, Саратов спортивный. А кто-то там есть? А, ага, а кто-то есть, кто будет проводить зарегистрированные организации? Вот эта вот Молодая гвардия или кто-нибудь? Да, они будут. Ну, вот. Ну, в общем, смотри, какая штука. Слушай внимательно, слушай внимательно. Надо письмо. Официальное письмо на официальном бланке, где будут там бланк шар, как полагается, там номер письма и прочее. А, вот. Блин, ну тебе же сбрасывали, Макс. Тебе же сбрасывали. Ну вот тогда ВКонтакте. Давай ВКонтакте мне перебрось число, когда это будет мероприятие. А я тебе... Нет, бланк это должен быть от официальной организации. Я тебе пришлю, как это выглядели от других организаций. Я не знаю, Саратов спортивный прокатит, не прокатит. Это бланк с печатями, со всеми, то есть со всем. Мне же надо будет людей приглашать на это мероприятие. Ну, да. ВКонтакте давай, отправляй мне информацию. Вы приедете без вреда, чтобы там набрать. Да, ну ты смотри, ты послушай еще раз, пожалуйста. У меня начинается трудовой день с 5 утра. И сейчас он еще не закончился. Я же тебе постоянно про это говорю. И мне надо какое-то подтверждение. Просто я не работаю. Нет, я не работаю. Я тружусь и служил. Как бы я ни одного дня в жизни еще не проработал. Может быть, это и хорошо, а может, нехорошо. Не знаю. Что такое работа, не знаю. Я всю жизнь служил. Но просто мне, чтобы... как у меня есть договоренности. Если мне с какого-то места уехать на другое место мероприятия, я должен подтвердить причину своего отъезда. Понимаешь, да? Подтвердить. Ты ВКонтакте пришли мне сначала письмо, ну вернее, ты можешь пометку оставить. Для Сергея Геннадьевича. Никто не откроет, если ты переживаешь, там никто, кроме меня, не прочитает. ВКонтакте отправляй числа, когда это надо будет, а тебе отправить образец бланка. Все путем, ты там с кем-то разговариваешь, я тебе это ничего не отвлек. А, все. Че ты этот, Молодая гвардия, не звонил случайно или как там? Там... Звонил, Дима, он работает, вот я много работаю. Мы даже в Каракол съездили. Все, я понял. Даже, кстати, на Тальшан ехать по поводу, они хотели выступить вот как раз в праздники. Помните, вы идею приняли? Да.
не поехали, не смогли. Угу. Но еще получится. Ну ты, тогда... ты, если что, помнишь, подтягивайся, которые мы хотели там совместное мероприятие что-то продумать. Ну да, да. Все, Макс, отправляй информацию, в общем, ну и, угу. И доброй ночи. Все, спасибо, до свидания. Все, всем здравия и до свидания. Да. Нормалек. Приветствует система голосовой почты. Вы находитесь в меню новых сообщений. У вас два. Сообщение. Сообщение от абонента номер 917300142. Получено 25 июля 2000.